25 июля в России отмечается профессиональный праздник – День сотрудников следственных органов. Правительство России своим постановлением от 27 августа 2013 года установило профессиональный праздник – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Согласно документу, праздник отмечается ежегодно 25 июля. Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел, а также Федеральной службы безопасности. Как отмечается в материалах правительства, эта дата была выбрана потому, что 25 июля 1713 года Петр I своим именным указом основал следственную канцелярию Волконского, которая стала первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенной полномочиями по проведению предварительного следствия. Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а также осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. На территории Жердевского, Токаревского и Мордовского района Тамбовской области данные функции выполняет Жердевский межрайонный следственный отдел. В его состав входит 4 оперативных сотрудника. Это руководитель следственного отдела, 1 старший следователь и 2 следователя. Следственный отдел расположен по адресу город Жердевка, улица Первомайская, дом 165А. Так, за истекший период 2021 года сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса были проведено более 140 процессуальных проверок. В первом полугодии 2021 года сотрудниками отдела было принято к производству более 30 уголовных дел различной категории, в том числе 2 уголовных дела по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по убийствам, 1 уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно развратные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних граждан, а также другие преступления, подследственные Следственному комитету. Из находившихся в производстве в указанный период дел 16 с обвинительным заключением были направлены в суд. 2 уголовных дела было прекращено по соответствующим основаниям. Из направленных в суд уголовным делам 1 уголовное дело было по факту совершения в декабре 2020 года убийства женщины в РП Мордова Тамбовской области. 1 об убийстве мужчины, также в декабре 2020 года, однако уже в РП Токаревка. Кроме того, было окончено уголовное дело по факту совершения жителем Жердевского района Тамбовской области преступления, предусмотренного в части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно совершение развратных действий лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. В преддверии наступающего праздника хотелось бы пожелать всем сотрудникам органов следствия Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия в семейной жизни и успехов в их сложной и нелегкой работе.